Годы пролетают незаметно. Наступает средний, затем старший возраст. Как это отражается на позвоночнике? Остеохондроз в пожилом возрасте, конечно же, опасен развитием своих осложнений, таких как костное разрастание или остеофиты, артроз межпозвоночных суставов, то есть спондилоартроз, усиленное образование грыж межпозвоночных дисков и, конечно же, изменение структуры самих позвонков, то есть остеопороз. Позвоночнику в пожилом возрасте следует уделять особое внимание, так как развитие остеохондроза носит более стойкие и тяжелые для лечения формы. В пожилом возрасте основными противопоказаниями для лечебной физкультуры служат скорее заболевания сердечно-сосудистой системы, чем заболевания позвоночника. То есть при грыжах межпозвоночных дисков, при спондилезе, при остеопорозе лечебная физкультура должна выполняться обязательно. Но степень физических нагрузок, то есть частота, с которой выполняются упражнения, и их интенсивность должны определяться индивидуально и не перегружать сердечно-сосудистую систему.